Приветствую всех, кто заглянул на мой канал «Комнатные растения». Сегодня с утра нет солнца яркого и решила удобрить свои растения крапивной водой. Как я готовила крапивную воду, посмотрите вот в этом фильме. Сейчас хорошо делать крапивную воду. Крапива сильная, молодая, поэтому не теряйте время, а делайте крапивную настойку, крапивную воду, чтобы наши растения получили питательные, полезные элементы. Не буду отвлекать ваше внимание, просто переходите на мой фильм на канале «Как прекрасен этот мир».